Макдональдсе. Ой. За Степухи? Это хороший вопрос. Ну, нет, спасибо. Где студенту взять денег? Это самый популярный вопрос в интернете. Пойдемте, узнаем. Да раздача листовок, работа в Пятёрочке, Макдак и так далее. Родители. О, ну у меня мама тут начальница, я к ней хожу. Я черчу другим. Чертежи. Ну, от родителей тоже получаю. Это там мама получает, на самом деле. Немножечко совсем. Развиваю Инстаграм, ТикТок. Я снимаю видеоблог в Инстаграме. Ну, подписчиков у меня немного, а в ТикТоке всякие смешные видосики снимаю. А на хлеб хватает. Не работа, но беру. Вот с этого момента поподробнее. Стипендия, родители, иногда подработка. Мне помогают родители, сейчас я недавно устроилась на работу. Ну да, зарплата небольшая, но живя в общаге, я думаю, на все будет хватать. В принципе, все устраивает. Ну я работаю в ДНСе. Жертвую свободным временем. Я отличник, как бы, поэтому могу себе позволить. Я просто очень хорошо разбираюсь в спорте и люблю прогнозировать эти события. Вот, как бы, не то чтобы профессионально этим занимаюсь, но доход это приносит. Да, пеку капкейки на заказ. Покупаю видеоуроки, учусь у кондитеров, которые ведут свой инстаграм-блог, например. Ну и пока что все. А где? Конечно, с парами, с нашими. Не заработаешь денег, потому что 5 пар, что это значит? Это значит, что времени у нас нету. Да. Я, например, подработал у отца на работе. Некоторые дни с ним вместе поехать и помогать ему там. Пока еще нет каких-то навыков. Родители присылают пока. А в основном ищу какие-то заработки в интернете. Ну, легальное все. Ну, я вообще родителям звоню, ну или друзей беру. Проработала в кафе, заработала денег на обучение себе, чтобы платить. Работал грузчиком, промоутером и все, наверное. Промоутер. Намного тратишь меньше сил, но при этом получаешь больше денег. Возможности есть. 635 рублей в месяц. Не так уж и много, да, но пока что хватает. Да, помогают только родители. Ну, побольше, чем стипендия. У меня просто нет. Найти на улице, он там валяется. Постоянно кто-то бросает. Копейки. Ну, стрелять какие-то. можно отложить, накопить. Наверное, все-таки закончить институт, а потом пойти на работу. Пойти на завод работать. Да ладно! Раздавать листовки и что-нибудь через интернет, какие-нибудь заработки искать. Ну, думаю, самый лучший лайфхак – это пойти на подработку, потому что сейчас везде можно найти подработку. То же самое поработать, например, в Макдональдсе. Ну, или раздавать какие-нибудь флаеры на остановках там. Ну, или попросить у родителей. Да. Начать зарабатывать самой. Развивать свои способности изначальные, которые у тебя есть. Можно, например, расписывать футболки. Я хочу этим заняться. Продавать их, да? Да, продавать их. Люди будут заказывать, что ты хочешь, видеть принт какой-то на одежде и зарабатывать на этом. Ну, официанта можно попробовать устроиться, бариста в кафетерии какие-нибудь. Магазины попробовать, что-то типа Пятёрочки, Магниты, туда. На Авито заработать. У родителей попросить, ну и попросить у кого-нибудь из друзей, ну и все. Ну, можно попробовать открыть чего-нибудь такое, ну, в плане мелкого бизнеса. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. К примеру, найти поставщиков каких-то, да, какой-то товар и поставлять, и продавать за, ну, немного наценивать и с этого получать какую-то прибыль. Банк. Сначала ты по практике идешь работать, а потом уже тебя могут принять, потому что ты хороший сотрудник. Очень легко найти подработку, то есть у нас есть 2 торговых центра, и очень много предприятий, куда можно пойти на стажировку, либо на практику. Ну, еще музыкой можно заниматься. Кстати, летом можно пойти в управляющую компанию работать. Или в лагерь, можно вожатым быть. Да. Да я говорю, вон деньги выбрасывают, люди просто ходят, здесь богатые все, так что... Да, по рублю, по 2 можно собрать. Можно просто сзади людей идти ловить. Это все.